Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч сборной Франции против сборной Марокко. Французы прошли серьезного для себя соперника на стадии четвертьфинала, прошли сборную Англии, забили два мяча в основное время, но могли пропустить два мяча с 11-метровой отметки. Один гол забил все-таки Харри Кейн, а вот второй уже не смог реализовать и пробил выше ворот. Поэтому французы вышли дальше. Ну а марокканцы сделали сенсацию, обыграли когда-то чемпионов Европы 16-го года, Португалию. Эн-Насери забил единственный гол в этой встрече и вывел Марокко в полуфинал на французов. Но все же, мне кажется, даже если они не пройдут французов, они и так сделали большой шаг для своего футбола, для своей страны. Поэтому марокканцы в любом случае молодцы. Вот. Ну и также, друзья, не забывайте писать в комментариях ваши прогнозы на эту встречу. Интересно будет потом почитать после уже матча и сверить с реальными результатами. Но, как мы видим, на 39-й минуте все тот же Эн-Насери забивает и сравнивает счет. У Франции забил Рабьо, вот, у Марокко забил Эн-Насери. Поэтому Эн-Насери вот такая вот гроза топовых сборных. Забивает Португалии, забивает Франции. В общем, за этим парнем нужно обязательно последить. Отличные спасения со стороны Буну были, но в итоге на 76-й минуте хороший удар со стороны Оливье Жиру, который как раз и забил победный гол ворота сборной Англии и вывел сборную Франции в полуфинал. Просто доказывает, что возраст для него не помеха, продолжает забивать. И здесь еще и Гризман забил, который, как по мне, проводит очень шикарный для себя личный чемпионат мира, несмотря на то, что вот в последние сезоны у него очень плохая вот форма. Особенно лично для меня это, кажется, связано именно с переходом в Барселону. Ну а на этом все. Французы побеждают Марокко со счетом 3-1. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.